Это, наверное, важно для всех жителей Донбасса сейчас в данный момент, так как мы действительно долгих 8 лет ждали этого момента. Очень рады, что наконец-то нам выпала такая возможность, такая историческая справедливость, наконец-то стать частью Великой России. Все мое детство и вообще вся моя жизнь построена именно на российской культуре, на русском языке. У меня вся семья на русском языке говорит. Поэтому мы всегда, наш Донецкий регион, он близок к России. Поэтому для нас это важно. Конечно, мы переживаем за близких, которые оставили дома, потому что все наши близкие, это родственники, знакомые, знакомых находятся сейчас на фронте, мужья, сыновья и отцы. Вот, 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 вот.